Хоккейный клуб «Трактор» принял участие в акции в поддержку благотворительного рок-фестиваля «Наше место». Под окнами детского онкоотделения областной детской клинической больницы на флешмоб собрались около 200 волонтеров и представителей студотрядов региона. Они исполнили очень зажигательную зарядку. В свою очередь пациенты клиники из окон наблюдали и приветствовали участников акции. Защитник «Трактора» Евгений Катичев вместе с волонтерами навестил ребят прямо в больничных палатах. Ты здесь живешь, в Челябинске? Да, в Челябинске. Где ты живешь? В Челябинске. Прикольный район, веселый. Я сам на теплотехническом институте вырос. Тоже, как ленинский, такой же. Ты давай, крепись, держись. Для пациентов этого отделения встреча с хоккеистом, который пришел именно к ним, важный психологический стимул в лечении. Конечно же, хотелось поддержать их как-то. Я думаю, что у нас получилось это. Детям понравилось, улыбались. Я очень доволен, что посетил. Самое запоминающее, что пожелали, это чтобы мы уже наконец выиграли Кубок Гагарина. Вот. Ну, конечно же, ребята, кто постарше, не смотрят хоккей, переживают. Интересным сюрпризом для пациентов клиники стали футболки с рисунками самих ребят. На обратной стороне футболки – фото хоккеистов «Трактора». Народу задействовано очень много, но все откликались с такой быстротой, с такой легкостью, что хоккейный клуб «Трактор» со всеми ребятами-спортсменами, что студенческие отряды, их порядка 200 человек сейчас на улице стоит и поддерживает детишек. И очень радостно, что столько людей откликаются и готовы помогать, и готовы делать добрые дела. Это очень радостно. 15 марта в ресторане «Максимилианс» состоится благотворительный рок-фестиваль «Наше место», поддержку которому оказал и хоккейный клуб «Трактор». Средства, вырученные от продажи билетов, аукциона уникальных подарков, продажи эксклюзивных футболок, пойдут в поддержку онкобольных детей.